Согласно инициативных обращений физических и юридических лиц 16 июля текущего года акиматом и масихатом города Кустанай проведена работа по переименованию улицы Гагарина на проспект Нурсултана Назарбаева, улицы Гвардейской на улицу Гагарина. Предложение акимата области 9 августа было рассмотрено на заседании Республиканской ономастической комиссии и получило поддержку всех членов комиссии. Предложение по переименованию улицы Юрия Гагарина, проспект Нурсултан Назарбаев, улицы Гвардейской, улицу Юрия Гагарина и присвоению имени Дмитрия Герасимова безымянной улице микрорайона аэропорт города Кустанай. На замену аншлагов с названиями проспекта и улиц бюджетные средства не будут затрачены. Данная работа будет проведена за счет средств спонсоров. Уважаемые депутаты, приступим к процедуре голосования. Кто за принятие данного проекта? Против? Воздержавшись? Принимается единогласно.